Lenovo S580 Hard Reset. Чтобы сделать сброс настроек на этом аппарате, нужно попасть в рекавери, либо в меню его напоминающее. Для этого может быть несколько комбинаций. Это может быть минусы питания, может быть плюс-минусы питания, иногда еще плюсы питания используются. Я извиняюсь за общий шум. Значит, чтобы сделать сброс на этом конкретном аппарате, мы зажмем кнопку громкости вверх и кнопку питания. Две клавиши держим, пока не загорится заставка. Заставка загорелась, питание бросили, а плюс продолжаем держать. Загорелся рекавери. Вот так вот оно выглядит. Опускаетесь вниз до строчки Wipe Data Factory Reset и нажимаете вверх. Если вверх не срабатывает, то питание. Попали в следующий пункт. Здесь куча строчек новые, одна строчка Yes. Опускаетесь вниз до строчки Yes Delete у User Data, нажимаете питание. Внизу побегут строчки. Последняя строчка будет Data Wipe Complete. Будет Data Wipe Complete. Это будет означать успешное окончание сброса. Дожидайтесь, ни в коем случае не прерывайте сброс. После этого он дольше обычного будет включаться и перекинет вас в предыдущее меню. Ну, это там буквально несколько секунд, может, секунд 10. Перекинет в предыдущее меню, а там вы выберете первую строчку Reboot System Now. Выберите первую строчку, он пойдет перезагружаться. Выбираем Reboot System Now, он пошел перезагружаться. Опять же, дольше обычного, минут 5-10 он будет включаться и включится чистый, как будто его только купили. Этот сброс убирает лишь мелкие косяки типографии ключа забытого, там каких-то мелких ошибок, какие-то серьезные пин-коды от антивирусов, серьезные ошибки приложения устраняются только прошивкой. Вот, аппарат в принципе серьезный, на Qualcomm он, поэтому с ним проблемы редко бывают. Но на крайний случай всегда его можно прошить. Значит, такой момент. И второй момент, значит, если вдруг Android на телефоне, способ может быть универсальный для многих аппаратов, может кто-то наткнется по своему запросу на него. Перед любыми сбросами, перед любыми прошивками на Android 5.1 и выше необходимо выходить из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, выбрать гугловскую учетную запись. В правом верхнем углу кнопка с тремя точками удалить аккаунт. Если это не сделать, после сброса либо прошивки он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. На канале есть плейлист FRP Google, возможно, там найдется для вас решение, но лучше как бы до этого не доводить. Даете телефону полежать, 5-10 минут он включается, включится чистый. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал.